Ну, это действительно праздник получился, это очень радостно для людей, это самое главное. Вот просто видеть лица, улыбки, глаза, ради этого, я думаю, все и делается. Как готовились к Олимпиаде? Я? Вам честно сказать, ну как я мог готовиться к Олимпиаде? Ну, просто хорошее настроение, вот и вся подготовка. Что